Ну ты где уже? Алло, да я скоро буду. Да, иду. Сейчас накрашусь и приду. Давай. Привет, друзья мои, Мишка с вами. Салют, ребята. Привет, Мишка. Бла-бла-бла-бла. Ну где ты так долго была? Я на вечеринку потом иду, поэтому красилась долго. А моя Анжела тоже на вечеринку идет. Круто, ребята, давайте Анжелу готовить к вечеринке. Так, Анжела, просыпаемся. Ей надо в душ, она мечтает о душе и брокколи. Давай, пошли в душ. И Анжела уже очень хочет кушать. Душ пошли. Ребята, а ваша Анжела уже ходила на вечеринку? В чем она была, в каком наряде? Напишите в комментариях обязательно, нам будет очень любопытно почитать. И монетки зарабатываем. О, давайте ее покупаем, хорошо, вымоем. А ваша Анжела что делает вначале? Чистит зубы, а потом принимает душ? Давай уточку, душ. Она в шоке. Или наоборот, вначале принимает душ, а потом чистит зубы. Смотрите, наша Анжела, по-моему, в шоке. Она не в шоке. Отправляем Анжелу чистить зубы. Нажимаем сюда. Ой, давай, подставляй свои зубы. Давай, давай, давай. Ой, какая Анжела, у тебя улыбка страшная. С такой улыбкой точно на вечеринку нельзя ходить. И монетки зарабатываем, зубки. Ребят, а у вас зубная щетка какого цвета? У меня голубая. А у тебя, Валеришка? У тебя бело-бирюзовая. Ну, бело-голубая. Бело-бирюзовая. Ну, бирюзовая. А у тебя какая, Валерий? А у меня зелененькая с беленьким. Ребята, а у вас какого цвета зубная щетка? Дальше пошли. Так, срочно отправляем Анжелу кормить. Так, что ваша Анжела любит кушать, ребят? Она мечтает о брокколи. Давайте тогда и прикупим брокколи. Пойдемте. Давай, давай. Где у нас брокколи? Здесь, во фруктах. Да. Возьмем и брокколи. И что еще? А что ваша Анжела любит кушать, а? Ребят, напишите в комментариях. Все? Ну да, думаю, все. Дальше отправлять? Да, давай ее сейчас покормим. Все, отправляемся. Анжела. Анжела? Кушаем давай. Брокколи. Смотрите, какая огромная порция. Ну, Анжела довольна, смотрите. Она мечтала. Яблочко. И она мечтала еще и перчиков. И давайте дадим перчик покушать. Теперь попить что-то надо. Давайте кокосовый сок сегодня у нее будет. А почему Анжела такая грязная? Это она после еды? Да. Надо зубы почистить? Да. О, да, Анжела. Брокколи позастревала в зубах. Надо срочно приводить улыбку в порядок. Да, теперь почистим нашей Анжеле зубки. Ребят, а у вашей Анжелы тоже такая голливудская улыбка? Все, пошли дальше. Так, жалко, что нам еще прически не открываются. Мы, наверное, чуть-чуть подзаработаем, да, и возьмем вот эту пикси, откроем. Закрыто, закрыто, закрыто. Да, пока что закрыто. Не, косички нам, в принципе, мы можем подкопить под них. Но мне они не очень нравятся. Нет, нет. Конечно, самые крутые длинные светлые волосы. Да? Ребят? Да. Напишите в комментариях, какая прическа ваша самая любимая у Анжелы. Я очень люблю длинные волосы. Да. Ура! Наша Анжела переходит на новый уровень, да, Валеришка? Давай наклейки посмотрим. Давайте посмотрим наклеечки. Какие у нас новенькие. Распаковывай, да, вот здесь. Распаковывай. Ребят, первая, а у вас наклейка. Уже какие наклейки есть? Может быть, поменяемся? Вот. Да, первая дальше. Наклейка. 50. О, Анжела. Дальше. Ой, смотрите, какая она спит, какая она милая. А вы, кстати, какую шубку любите, Анжела? Ура! Мы любим очень белую шубку. А так. Ваша любимая какая? Напишите в комментариях, мы обязательно потом посчитаем, кому какая больше нравится. Так, что у нас? Тут ничего не открылось еще? Картинку надо открыть. А, 57-й еще не хватает нам, ребята. Если бы она была, мы бы уже что-то открыли интересненькое. Давай, давайте нашей Анжеле купим прическу. Давай. Ей очень красиво, смотрите. Купили. А что тут есть из цветов? О, не, фиолетовая нет, нам не подойдет фиолетовая.
Вот под платье под наше или что это? Туника. Ленивые выходные. Ну, называется, да, это туника ленивые выходные. Мы как раз эту прическу, она вообще идеально нам подходит. Под ленивые выходные. Да, отлично. Анжела наша просто великолепно выглядит. Смотрите, как она радуется. Ну что, Анжела, ты готова на свою вечеринку? Да. Ребята, я готова. Да. И Анжела готова. Так что отправляемся на вечеринки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кто любит Анжелу. Да. А сегодня приветик получают наши друзья, канал Пурумчата. Привет. И наши друзья Анастасия, видеоблогер. Привет. Остальные приветики в новой серии. Пишите в комментариях, кто хочет получить приветик себе. Пока, ребята, до новых встреч. Пока. До завтра. А мы пока отправим нашу Анжелу на вечеринку. Анжела, пока. Клево тебе погулять. Какое мое видео? Ты хочешь посмотреть дальше?